Приобрести товары из Индии теперь можно и в Черкесске. Творение восточных ремесленников можно найти на прилавках индийской ярмарки. Ароматные специи, наборы постельного белья, полотенца и покрывала, различные аромамасла и, конечно же, самобытные украшения. Даже самые искушенные любительницы ювелирных изделий найдут здесь что-то по душе. Ведь всем известно, что Индия славится своими драгоценными камнями. Натуральные камни ручной работы есть, также ковры шелковые ручной работы, настоящие с Индии. Все тут, что вы увидите, это сделано великих мастеров индийских. И также вы можете здесь приобрести шарфы ручной работы, шелковые, шифоновые. Индийская ярмарка в нашей республике уже стала традиционной. Жители Карачаево-Черкесии полюбили подобные выставки прежде всего за самый популярный в мире напиток – индийский чай, который здесь продают и в фасовке, и на развес. Еще с советских времен к индийскому чаю у нас особая любовь. Ведь кроме великолепного вкуса, он обладает еще и многочисленными полезными свойствами. Но не чаем единым. Технология, по которой выращивается индийский кофе, тоже считается одной из лучших в мире. Причина – натуральные методы ведения хозяйства. Есть черный чай, зеленый чай, с добавок. Кофе индийский, крепкий, самый вкусный, хороший чай от Индии, первое место. Поэтому индийский чай очень популярный, и люди пьют, и очень вкусный бывает. Очень люблю посещать индийские выставки, так как нахожусь здесь, то, что мне по душе, то, что близко. У них прекрасные мыла, прекрасные крема. Есть средства, которые помогают решить проблемки со здоровьем. Покупаю у них рис очень хороший и чаи, те настоящие. А сладкоежек на ярмарке ждет вкусный прилавок. Тут изобилие восточных сладостей. Арахисовая паста, халва, пахлава. Ну куда же без рахат лукума. Популярностью пользуются аюрведические товары, натуральная индийская косметика и товары для здоровья. Он прошел, его в народе называют эликсир молодости, эликсир здоровья. Он идет составляющего на основе амла. Известно, что во всем мире там самый большой витамин С содержание. И на основе этого компонента плюс еще 49 компонентов. А еще посетителей индийской ярмарки будут удивлять коврами ручной работы из тончайшей шерсти горных коз. Разнообразие шарфов и шелковых палантинов также вас порадует. А цены здесь абсолютно не кусаются. Индийские шаровары и рубашки с национальными мотивами можно приобрести не дороже, чем за 1000 рублей. Индийская ярмарка проходит в эти дни в Черкесске по адресу Горького, 8. Вы еще успеете приобрести уникальные товары и познакомиться хотя бы с маленькой частичкой культуры этой древней страны. Выставка-продажа продлится до 11 марта. Анета Дышекова, Мурат Койчев, Архыз 24.